Хвилин, а поки що хочу розказати про те, що бачила вчора, з ким вчора спілкувалася. Скандальний митець Сергій Братков, росіянин українського походження, закінчується його виставка в Пінчук-арт-центрі під назвою «Україна». Я таки не потрапив, мені дуже шкода, може якийсь матеріал, щоб виставка подивитися. Виставка неймовірно дивна, тобто там оголені жінки, які демонструють свої розкішниці, скажу це українською мовою. Маленьким браткам Борисенкам не можна туди йти. Краще туди не йти. Ага. Потім страшні віршики із нашого дитинства, як трамвай переїхав загін «Октябрят», ілюстрація до них. Діти з претензією на еротичні сцени. Дивіться інтерв'ю з Сергієм Братковим. Вчора я з ним зустрілася в його скандальному і відомому євроготелі. Така машина «Запорожець», яка зроблена. Ну, ти зараз все зрозумієш. Так, ну давайте подивимося, вже цікаво. Сергій Братков, скандаліст. Здравствуйте, Сережа, очень рада вас приветствовать. Скандальный вы наш. Рада вас увидеть. Мы только что с самолета прилетели в Пинчук-арт-центр на круглый стол, где каждый желающий может поговорить об искусстве, даже люди с улицы. Да, и сразу в гостинице. И сразу в гостинице. О чем будете сегодня беседовать с людьми? Сегодня речь пойдет, это будет разговор белых художников о национальной идентичности, на украинской душе. А душу украинскую вы видите в специфическом свете. Но не каждый день увидишь голую женщину, которая вот так вот лежит, и вагина моя батьківщина. Это... Половина мужского населения это видит каждый день на Украине. Да, наверное, жалко, что я не мужчина. Но все... Где мы сейчас находимся? Это евроотель. Да, евроотель. Что это все значит? Евроотель, вот, один из скольких-то отелей там в Киеве на Украине. Вот маленький отельчик. Здесь все самое необходимое? Да, здесь все есть самое необходимое. Удобная спальня с занавесками, туалетом с правой стороны, умывальник. Да, можно включать, выключать. Компьютер. Вот тапочки сразу. Пожалуйста, которые потом обязательно украдут. Вот как и я сделал. Да. Премьер-палац. Вижу. Сереж, давайте поговорим еще вот такой вещи. Когда я увидела ваши работы и Украину, и серию работ «Дети», я себе поставила вопрос, где грань между извращением и искусством? Ух, вы сразу сказали, извращением. Извращением. Извращением, да. Серьезно? Вы знаете, тут... Есть такое традиционное восприятие, такая художественная культура, которая идет с таких средних веков и которая внушена нам даже в школе, о том, что художник всегда должен заниматься возвышенным. Угу. Возвышенное, вы знаете, какой жанр были? Натюрморты, портреты прекрасных дам, фиты там на подоконнике и так далее. Да? Все, что касается невозвышенного, да? Низменного, начнем так, всегда попадает в такое поле критики и непонимания людей. И часто эти люди полагают, что если они увидели нечто шокирующее, сразу это же как бы автоматически переходит на характер или какие-то поведенческие вещи автора. Да? Сразу тебе подходит и говорит, ты, Сережа, педофил. А вы... Нет, конечно же. Не, ну просто пугает, понимаете, сразу такой вопрос. И... заявляется. Видите, даже волос на украинский язык перехожу. Ну, просто видеть детей, которые занимаются взрослыми грехами, это очень удивительно. Вы знаете, во-первых, ну, никто не занимается там грехами, да? То есть убивать бабушку, это нормально? Ну, вы знаете, это фольклор. Смотрите, а что, мы в русских народных сказках или еще в жесточайших там западно-карпатских, да, сказках, там что, не убивают? Там массу убивают. Ну просто... Черный юмор. Да. Ну вы любите черный юмор? Ну как любой человек, родившийся здесь, я люблю и черный, и белый, и любой юмор. А, кстати, вы сейчас больше времени проводите в Москве, уже там живете, но родители ваши в Харькове. Да. А вы не хотите возвращаться в Украину? Знаете, когда-нибудь, может быть, и вернусь. Вот. Вот войдем в Евросоюз по новому президенту и вернусь. Хорошо. Работали в «Плейбое», знаю.
Эта работа вам приносила удовольствие или ну, вам приносило удовольствие смотреть на ну, любая работа приносит удовольствие. Это была просто в том числе, работа. Нет, просто приносит любое удовольствие. Должна приносить работа. Ну, не только в Playboy, разные журналы. Ну, было такое время, потом другое. А о детях, которые на ваших снимках, как родители разрешили им сниматься? Вы знаете, их не дети, а родители сами их привели. Правда? Да, потому что эта съемка была для детского модельного агентства. И родители в то время, это 99-й год, родители их сами подкрашивали. Не было визажистов, парикмахеров. Все это была дешевая съемка. Угу. И для того, чтобы дети выглядели повзрослее, чтобы они завтра уже пришли в этот модельный бизнес. Да. Кстати, у вас был Fashion Week, да? Там почти были подростки. Вот. И вот эти дети, чтобы быстрее пошли в этот бизнес, их родители немножко перекрашивали. Они выглядели более сексуально, чем надо. А позы, которые они занимали, я просил просто изобразить. Чем занимается твоя мама, Саша? Она говорит, она все время сидит и курит. Ну, вы знаете, это любая вещь, которая построена искусством. Искусство, безусловно, не может изменить жизнь. Но вы это просто... знаете прекрасно, да? То есть этот пост, модернистский проект не может. Но он может немножко сделать общество свободнее, да? Посмотреть на какие-то вещи свободнее. Да. Вот. Ну, вот моя реакция была такая. Скажите, правильная ли она была, или то, что вы хотели достичь? Угу. Я вышла, я напуганная, я звоню там маме, подружкам, говорю, я только что такое увидела. Вот как это все понимать? То есть я вышла в шоке, я не понимала даже, ну, что со мной происходит. Это нормально? Вы знаете, я чем-то предупредил, что вы были осторожны, позвонили маме. Если у вас есть дети, вы предупредили, чтобы они их встретили после школы. Это нормальная вещь. Сереж, спасибо вам огромное. Пожалуйста. Сегодня вы будете говорить об искусстве. Я очень надеюсь, что искусство все-таки будет спасать мир.